Алина Загитова в розовом бикини снялась на яхте в Дубае. Алина показала стильный пляжный образ. Фигуристка эффектно позировала на морской прогулке. Олимпийская чемпионка любит путешествовать. В начале января Алина прилетела в Дубай. Вместе с ледовым шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Спортсменка решила совместить работу с отдыхом. Алина воспользовалась свободными часами, чтобы отправиться на морскую прогулку. Любимица телезрителей призналась, что осталась довольна своей поездкой в Арабские Эмираты. «Отдых подошел к концу. Это было круто», — отметила Алина. «Всем удачи!»